Все, выбрался. Где же была его квартира? Кажется, где-то к северу. Справился.
Что за черт? А вы кто? Вы с той фотографии. Я смотрю, ты старый ворчун. Крепко подружились, а? Итак, ты хочешь его спасти? Думаешь, твоя игрушка сработает? Нужна его сила? Да? Да. Но я не знаю, где его держат. То есть, ты так ничего и не понял? Ваша с ним связь никуда не делась. Что? Вот. Передай ему от меня. Это важно. Это... Что? Вот что она имела в виду, когда говорила, что мы связаны. Бред какой-то. Я смогу найти Кей-Кея. Мы все еще связаны. У меня получится. Часть его силы осталась со мной. Придется как-то выкручиваться. Придется пока так.
Он что, здесь? Я не боюсь их. Чтобы спасти Мари, Кей-Кей, мне нужна твоя сила. Ну, поехали. Они меня заметили.
А ты не спешил. Решил прогуляться? Ты как будто знал, что я приду тебя спасать. Спасать? Да не выдумывай. Тебе просто нужна моя сила. Разве нет? Откуда? Это дала мне женщина в убежище. Ха. Так она выжила? Нет. Ха. Даже с того света пролезет. Твоя семья? Так ты... Из-за них все... Это не твое дело. Важно только, что у нас с тобой общая цель. Пожалуй, оставлю себе. Ну? Ты как, со мной? Вот так ты просишь об услуге? Я не прошу. Я предлагаю. И боюсь выбора у нас нет. Ха. Смотри, не пожалей. Прием. Так и вы. Повеселимся. Ты знаешь, на что мы с тобой способны в резонансе. Тут. Понятно. Они начали ритуал. Мари. Время не ждет. Идем. Света где-то на северо-востоке. Сначала надо очистить это место и избавиться от тумана. Что это была за девушка? Твоя подруга? Ты сейчас про Винко? Не знаю, я бы ее подругой не назвал. А кем бы назвал? Коллегой. Чтобы работать вместе, не обязательно дружить.
чертовщина какая-то. Ну что, неплохо. Иду, Мари. Жди меня. Это был он. Это же демоны. Они должны быть большими и страшными. А я тут выясню, что они не такие уж и плохие. Ага. Слово «они» происходит от древнего слова «ону». Это значит «невидим». Раньше было так, если в городе или деревне происходило что-то плохое, люди во всем винили они, то, что не могли увидеть. Да уж, бедные демоны. Так что, где ты видел они? Я встретил недалеко отсюда собаку Пандами. Дал ему кибиданга, и он после этого вызвал они. Собака, которая любит кибиданга? Прямо как в сказке про Момо Таро. Начинается. Только собаки нам и не хватало. Погоди. Ты что, собаки боишься больше, чем они? Кто я? Нет, конечно. Я тебя прикрою, если что. Меня убьет!
убирайся! Если честно, давно мечтал залезть на крышу машины. Я себя переоценил. Кто у нас тут такой? Заканчивай. Вот, угощайся. Тихо, ешь спокойно. Что же они их так прячут?
Все-таки не зря я столько сражаюсь. Похоже, они проводят ритуал в лесопарке. Не знаю, что им там надо, но лучше остановить их как можно скорее. Лесопарк к северу отсюда. Попробуй к нему подобраться. Похоже, тут происходит что-то нехорошее. Пуп долго не продержится. Черт! Пожаловали. Похоже, я тебя недооценивал. И это еще далеко не все. Этот талисман издает шум, который отвлекает чужаков. Наверняка с их помощью можно спрятаться от чужаков. Все купил? Пойдем уже отсюда.
Хочешь, научу тебя, парень, новых приемов? Думаю, с твоим опытом ты их быстро освоишь. Come on.
Вот и все. Дальше не пройти. Нужно рассеять туман. Тут где-то должны быть тории. Поищи. Еще один дух спасен. Навыков много не бывает.
Слышишь телефон? Звучит жутко. Вот, угощайся. Тихо, ешь спокойно. Надо же совесть иметь. А что, давно ждешь? Этот туалет вечно занят. Там еще и только одна кабинка. В ней кто-то сидит и стонет так, что мороз по коже. Наверное, стоит разобраться. Вдруг это призрак? Еще из общественных туалетов мы призраков не освобождали. Вот, угощайся. Тихо, ешь спокойно. А ты любишь собак? Не то чтобы прям обожаю, они просто мне нравятся, как и всем. Вон тот телефон звонит. Сколько их еще таких? Так зайдешь в туалет, а потом не сможешь умереть нормально. Простите, а можно мне еще один рулон? Еще один? Сколько тебе бумаги нужно? Тихо, тихо. Это же фактически его последнее желание. Угощайся.
Тихо, ешь спокойно. Представляю, как тяжело сейчас одинокому волку, который не привык быть на вторых ролях. Что? Извини, не удержалась. Это было не про тебя. Я говорила с тем, кто делит с тобой сознание. Привет, Ринко. Ты так долго не звонила, я уж думал, тебя пришили где-нибудь. Сразу видно настоящего джентльмена. Рада, что с тобой все хорошо. Источник этого тумана находится в главном здании Сэнгоку. Да? Как мило, что ты нам сказала. Давай только без этого. Идите уже. Знал, как она меня иногда бесит. Иногда хочется делать все ей назло. А то, что она решила помочь, правда странно? Да, очень. Уходить отсюда! プレイリストをお届けします。DJ マルチバースでフューネラルフォーマイ。